Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Президент Эрдоган заявил, что поиск решения по С-400 продолжится до апреля. Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник заявил, что поиск решения по проблеме российских ЗРС С-400 будет продолжаться между Анкарой и НАТО до апреля будущего года. Речь не идет о том, использовать С-400 или нет. Есть шаги, которые нужно сделать в рамках правил НАТО. Наши коллеги будут над этим работать, сообщил турецкий лидер журналистам. Говоря об этом, президент отметил, что и Дональд Трамп, и генсек НАТО позитивно относятся к процессу урегулирования разногласий с Турцией по С-400. Напомним, отношения между Турцией и США сильно ухудшились из-за российско-турецкой сделки по приобретению ЗРС С-400 «Триумф». Несмотря на многочисленные угрозы Вашингтона, предложение пойти на уступки и отменить сделку с Россией Анкара отклонила. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.